Всем привет, ребята! Сегодня мы на тест-драйве мотела желтенького автомобильчика. Сейчас будем тестировать, ехать на трассе. Трасса у нас большая. Так, сейчас будем тестировать машинку. Нам нужно проехать здесь. Как бы я такую лайтовую сделал трассу. Пока что несложную. Опа, ай-яй-яй-яй, вылетели, ребята, на машинке. Да, разбили тачку. Тачку разбили, давайте тестировать дальше, конечно же. Эх, не получилось у нас проехать с первого раза, но будем стараться. Ох, что-то я разгоняюсь. Нет. Тихо. Так, что там у нас с машинкой? Нормально все? Все, едем дальше. Так, сигналочка работает. Фары тоже у нас включаются. О, чё-то я вылетел опять. Да. В смятку тачка. Так, ну у нас есть третья попытка. И мы эту третью попытку, ребята, будем использовать. Так, главное тут не спешить. Аккуратно. Но у нас есть 1 минута, чтобы проехать трассу. Вроде бы получается потихонечку. Все. Машинка у нас более-менее гоночная. Опа! Нет! Нет! Да что ты будешь делать? Опять разбили тачку. Да. Ой, пытка не пытка. Пробуем еще раз. Тикс. Аккуратно. Да что ж я так спешу-то, а, ребятушки? А поехали в обратную сторону, почему бы нет? Может быть, там засчитают то, что мы проехали в обратку? Ну, по идее-то мы проехали, да? Трассу. О, нормально. Что-то мою машинку ведет влево все время. Что-то с колесами случилось. Что-то случилось с колесиками. Вот, здесь мы проезжаем спокойно, нормально таки. Опа, здесь. Нет, здесь везде легко. Нормально, я думал. Либо машинка медленнее стала ехать, либо что. Поворотики. Да. Все нормально, едем. Опа! Я это специально сделал, хотел на вентиляторы прыгнуть. Но что-то не удалось мне. Возле вентилятора просто прыгнули. Ну ладно, так, все. Давай. А, все, машинка у нас сломалась. Сейчас переиграем этот трек. Сейчас на вентиляторы прям я хочу прыгнуть. Лопасти где-то. Где лопасти есть? Так, где меня? А, вертушки у нас, получается, вот здесь. Ой-ой-ой-ой, тихо. Мне надо к вертушкам. Вон вертушечки мои. Сейчас мы на вертушечки поедем. Не, как-то мне это все сделать. Хорошо, вот сюда. Вот, поехали. Блин, не доехали немножко до вертушек. Ёлки-палки, 2 метра. Все, тачку мы конкретно разбили. Мы сейчас будем еще тестировать, конечно же, ребятушки. Посмотрим, что мы здесь выиграем. Оба-на! 10 гаечных ключей. Вот они мне как раз очень нужны были, эти гаечные ключи. Ну что? Поехали! Поехали! А, смотри, что-то у меня тут какая-то награда. Ух ты! Билеты лифт! 3 билета лифт. Спасибо! Ух ты, скоро машина будет, формула редкая. Ладно, играем дальше. Кто у нас тут? Противник. Гуэст. Ладно. Ух ты, у него машина какая. Кулак.
аттракцион, аттракцион. Ё-моё, улетел кто-то. Ты куда, дружище, улетел? О! Внезапная смерть. Ох ты! На тебе тоже. Щелкнуло тебе. А! Почему я всегда проигрываю при внезапной смерти? Да, тачка у него огонь. Чё ему всё? Не... Ну понятно, почему я проигрываю, потому что тачка, смотри, какая у него. К его голове очень тяжело подобраться. О, видишь, я ему ударил. Один раз только. Ну, ух ты, это, мне кажется, легкое будет. Есть. Есть. Два раза. Ну, а что за лодочка? Что смеяться? Опа! У меня вылетела дядечка с катушки. На, кто-то сейчас взорвется. Опа! Ладно, сейчас мы сделаем по-другому. Нет, прямо на голову я упал. Ну. Опа, молодец. Еще один ударчик. Ес, убил его. Да, вот такая игра. Давайте, значит, у нас немножко денег есть. Мы прокачаем ему, конечно же, атака. Атаку увеличим. Поехали, посмотрим. Как у нас с атакой? Ого! Чуть-чуть получше наш бог стреляет. Но не особо, конечно. Быстро. Прокачивать есть еще куда. И почему-то он стреляет как-то криво. Вниз как-то стреляет, ты заметил? Ладно. Так, да, отсюда стрельнет. Есть один чувак. Нет, получается здесь бесполезно. Да, идем в гараж. Ну, написано, что мы заработали 780 монет. Офигеть, вот это нормально, я понимаю, да? Бои с боссом. Так, 29 у нас монеток. А всего 1900. Мы можем, у нас даже деньги есть, можно покрасить какой-нибудь танк. Да этого маленького, о чем мне его маленький просить? Нет, мы можем классически открыть патруль джунглей, ребята. 5000 стоит. Уж лучше крушитель лунный открыть за 7000. Награда 5 монет. О-о-о! Надо бы мне, ребята, вот этот крушитель лунный открывать. Ну, всего лишь монет-то мало. Поэтому нам нужно... Давайте, ладно, в классический сыграем. Да давай, атака в пустыне. Почему бы нет? Да, на Титане поедем. Будем продолжать. Будем продолжать на Титане ехать. Ну, 1900 монет уже неплохо. Почти что 1000 монет мы заработали. Ну, 500 монет. А, 700 монет. Чё я вру-то? 700 монет, ребята, мы заработали. Так, монетки эти соберем. Вот, танк едет. Готов. Отдыхай. Ну, ладно. В принципе, можно было подождать, он бы подъехал. Но ничего страшного. Так, вот это крыска. Так, там тоже сзади крыска едет. О, вот это тоже крыска. Ой, хорошо, как смотри, вертолет попал, а. Прям подлетел прям ко мне. Опа! Так, тебе тоже сейчас щелкнем. Ух ты, босс, так быстро. Гонец ада. Первый вертолетчик. И это босс оказался, прикинь, как интересно. Так, а ну-ка, ладно, поехали вперед. Нам нужно быстрее, быстрее двигаться, быстрее, быстрее. Мы максимально, на максимальной скорости едем. Ё-моё. Не успели, ребята. О, уничтожили. Уничтожили мы босса. Отправляемся дальше. Так, мимо. Жалко, жалко, конечно. Так, тихо, тихо, не стреляй, не стреляй меня. На, получи. Все, готов. Так, вертолетчики, вы что такие наглые? Алло. Как мне вас... Так, есть готов один. Один готов.
Так, тут целых два танка, ё-моё. Вот пока я вертолетчиков этих не уничтожу, они мне спокойной жизни-то не дадут. Ё-моё, давай. Тихо. Чё такое, а? Ты чё такой наглый, а? Так, мне нужно вертолетчика этого убить. Готов. Подлечиться надо, стоп. Нет, времени нету подлечиваться. Времени нету, к сожалению. Ой, второй уже. Сколько же вас там много, а, здесь? Сейчас еще танки прилетят. Вот так я и думал. Куча танков, еще эта крыса прилетела. Нужно подлечиться срочно. Немножко подлечили, совсем немножко, совсем чуть-чуть, ну хотя бы так. По-другому не получится. Так, где у нас? Кто у нас тут? Есть! Не успел вертолетчик даже ничего сделать. Так, ё-моё! Еще один вертолетчик. Сейчас мы его здесь, на этом уступе, щелкнем. Так, а вот и босс. Босс Армада. Угу. Так, попадем, нет, ну навряд ли. Давай здесь надо будем стоять. А, нет, он просто... Нет, он стреляет вообще фигней какой-то. Ой-о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 й
подлечусь немножко. Немножко подлечились. Отправляемся, ребятки, дальше. 2000 монет. Тихо. На, готов. Здесь я получаю 3 монеты с одного танка. И с вертолетов тоже, кстати. Но вертолеты мне уже надоели. Прям очень много здесь этих вертолетов. Так, ну здесь, смотри, танки встали. Я не знаю, как их вот победить, этих танков. Мне надо как-то еще вертолетчика с этого выстрелить. А, вот я здесь стану. Сейчас нормально. Опа, а, мимо. Есть, один готов. Так, подлечусь немножко. Все. Что у нас там с танками? О, два одинаковых танка, смотри. Так, ну эти, в принципе, мне не особо страшны. А ну вот этот страшный, да. Он прям в меня стреляет, а? Так, давай еще три выстрела сделаем. Раз, два. А что вы здесь прятались, ребята? Скажите мне, пожалуйста, вы что здесь вот вечно прячетесь? Так, сейчас, подожди-ка. Я не знаю, что мне... Мне нужно и вертолетчика уничтожить, и тебя, танк. Большой. Есть. Ребята, нужно из последних сил уже, не знаю, что делать. Так, тихо. Ну, сейчас вертолетчики меня зафигачат, ну, конечно. Да, вот так-то поиграли мы, достаточно-таки с вами интересно. Но будем, наверное, заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.